Чемоданы собраны, родительские напутствия получены. Впереди веселье и отдых, Черное море и крымское солнце. Одинцовские школьники отправляются в Евпаторию в летний лагерь «Гагарин» по льготным путевкам. Мы, конечно, очень переживали, чтобы все эти ребятишки вовремя сдали все необходимые анализы, собрали документы и непосредственно приехали сегодня на вокзал к отправке. Слава богу, все 69 ребятишек собрались, и вот сейчас они оформляют документы. Бесплатные путевки от государства получили юные одинцовцы из многодетных семей, ребята со слабым здоровьем, одаренные школьники. Но первоочередная категория – это дети, чьи родители находятся в сложной жизненной ситуации. Таким семьям не под силу приобрести путевки самостоятельно, и некоторые из этих детей впервые в жизни едут на море. Вот один из мальчиков, не буду называть фамилии, сейчас вот в Захаровской администрации в летнем отдыхе, ему территориальное управление помогли и чемодан купить, и вещи купить. И плоть от носков, и до футболок, и трусов. Вот он ходит по этой территории с чемоданом и хвастается всем, что он полетит на море, потому что он этого моря никогда не видел. Путь предстоит не близкий, но о комфорте и досуге ребят в дороге позаботились заранее. Школьники поедут в двух отдельных вагонах, сопровождать их будут квалифицированные вожатые и медперсонал. В поезде ребят обеспечат питьевой водой и четырехразовым питанием. Распорядок дня, как в лагере. Подъем и санитарно-гигиенические какие-то будут процедуры. Обед, завтрак, ужин, перекусы. Но, что очень важно, в пути ребятам будет запрещено находиться на вторых полках. Только во время сна. Также в поездке будет и обеденный сон тоже предусмотрен. Поэтому мы очень надеемся, что все необходимые требования к перевозке детей будут соблюдены. И уже 19 числа наши ребята увидят море. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».